Отдохнувший и посвежевший Владимир Вольфович выходит в народ. Вот он на фоне тульских пряников берется за гармошку. А кто научит меня? Но, похоже, гармошка-то маловато будет для столь значительной политической фигуры. Жириновский берет побольше. Порвать гармошку не удалось, хотя никто бы не удивился. Ведь Жириновский – это Жириновский. Зато спеть – это он всегда может. Моя сторона.